Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится iPhone 14 Pro, и сейчас я покажу вам, как добавить экран блокировки на данное устройство. Итак, для этого мы переходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел Face ID и код-пароль. Далее выбираем «Включить код-пароль». И теперь мы можем выбрать также параметры код-пароля. Например, это может быть произвольный код буквы и цифры, либо код из 4 цифр, или также из 6. Я выбираю из 4, ввожу какой-нибудь несложный пароль, нажимаю «Использовать», повторяю пароль. И таким образом я включила пароль. И вы тоже, надеюсь. Вот, осталось только проверить, как это все дело работает. Все отлично работает. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.